Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Slime Rancher. Но моя задача на сегодня — откормить тех гордо слаймов. Оу, осторожней. Которых я нашел в прошлой серии. Хочу собрать побольше ключей и пойти дальше, изучать территории. Ух ты, входящий звонок. Виктор Хамфрис. Если возможно, достань все это для моих будущих исследований. Большое спасибо. И что же ты хочешь? Миуровые слаймы? Да без проблем. Подожди только, я сбегаю, сдам плорты, и надо деть куда-то куриц? Куриц, наверное, скинуть сюда. Пускай бегают, размножаются. Ну а я побежал искать миуровых и розовых слаймов. Сколько? 14 и 12. В принципе, не такое уж и сложное дело. Розовых я могу набрать прямо здесь. Оп, осторожно. Эй, привет, друзья! Вы мне понадобитесь сегодня. Так. Ты мне пригодишься. Ты мне тоже. Морковка не нужна. И фосфорный не нужен. Так, а миуровые, насколько я помню, где-то здесь водятся. Судя по ушам, вон он. Так, один есть. Второй есть. Блин, я не помню, сколько нужно. 12 и 14, по-моему. Так, еще один. Блин, уйди. Мне нужен был слайм, а не... Как тебя называют? Гордо? Нет, не гордо. Гордо — это большой. Это ларго. Мне не нужны ларго, мне нужны обычные слаймы. Еще парочку розовых. Нет, даже 4. А вот и миуровый. Так. Отлично. Пожалуй, насобираю плортов. На обратной дороге скину. Так, розовых слаймов у меня хватает. Теперь нужно найти миуровых. Миуровые водятся еще где-то чуть-чуть подальше. Пугафрукт. Пугафрукт. Блин, вспомнить бы, где этот слайм большой, который ест фрукты. Не здесь ли? Нет. По-моему, он дальше. Так, миуровые, может быть, здесь вы есть? Кто там? Вар? Вар. Вар. Его зовут Вар. Надо запомнить. Так, миуровых осталось еще штуки 4, по-моему. Ну что, пойдем искать. Миуровые, кыс-кыс-кыс. Мне кажется, вот здесь. Тот самый фосфорный, который ест фрукты. Точно. Держи, скоро ты лопнешь, наверное. Ну, давай, лопайся. Нифига ты прожорливый. Ну и фиг с тобой. Прибегу в следующий раз. Мне нужны котята. Где они? Эй-эй-эй, не кусайтесь. Так, курицы? Курицы мне не нужны. Мне нужны коты. Миуровые, где же вы? Так, вот, вон, два миуровых вижу. И надо будет заняться фруктами. Иди сюда. Вот, все, все есть. Можно возвращаться. Надо будет собрать побольше фруктов и возвращаться к тому... Гордо? Блин, гордо, ларго? Гордо? По-моему, гордо, их постоянно путаю. Эти покемоны? По-моему, этой дорогой можно выйти. Вот я и дома. Пульсирующая волна. Обновление. Что это? Добавь пульсирующую волну к своему рюкзаку пылесоса и получи возможность отгонять слаймов, если вдруг... Если вдруг захочется побыть одному. Ну ладно, в будущем, я думаю, изучу. Подождите, ребят. Мне нужно сдать слаймов. А что взамен дает? Дает 6 плортов, 13 клубники. Я думаю, фосфорному скормить ее. Так. Ого, сколько тут всего. Тихо-тихо-тихо. Ребята, я вас скоро накормлю. Потерпите. Так, все собрал? Да, все собрал. Наверное, стоит посадить клубнику вот сюда. Сейчас, секунду, скормлю-ка я морковку. Они же едят морковку? Нет, по-моему, не едят. Ладно, сдам плорты и пойду посажу клубнику. А потом вернусь к тому слайму. Гордо. Блин, Гордо? Надо запомнить, что их зовут Гордо. Кто тут? Петух? А где твои курочки? Так, нужно собрать побольше пугафруктов и возвращаться к тому Гордо. Для начала... Нужно убрать растительность и посадить клубнику. Клубника на дереве? Что за глупость? Так, а на что бы еще потратить монеты? Даже не знаю. Может быть, пару загонов поставить сразу?
Нет, пока не буду ничего ставить. Сначала сбегаю, откормлю этого ларга и вернусь сюда. Мне кажется, здесь скоро появится вар. Ну, что-то мне подсказывает. Слишком много этих ларга здесь. Они, мне кажется, наедятся плортов и скоро превратятся в варов. Фосфорные мне пригодятся. А вот розовые я не хочу. Они слишком скучные и невкусные. Когда уже наступит утро? Я не люблю в темноте бегать. Ого, что там было? Они, наверное, объединились. Так, надо искать того самого ларга. Или горда? Горда, блин. Надо запомнить, что их зовут Горда. Эй, друг, я принес тебе клубнику и погофрукты. Надеюсь, ты оценишь. Молодец. Мне кажется, ему понравилось. Так, ключик. Ребята, вы мне очень мешаете. Я не хочу, чтобы тут все поели. Тихо. Давай сюда, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Всех собираем и выкидываем нафиг. Вы мне поедите все, что выпадет из сундука. Так, один ключик у меня есть. Отлично. От чего он? Так, сердцевекла, пугофрукт, клубничка. В принципе, это все мне теперь не нужно. Потому что зачем оно мне все? На, лопай. Ой-ой-ой, это я зря. Фосфорные плорты, ладно, сейчас соберу после того, как он наестся. Где-то здесь кудахчат курицы. Вот курица мне пригодится. Потому что я сейчас пойду к Миуруму, Ларга. Ларга же их зовут, правильно? Все, можно возвращаться. Клубничка мне не нужна. Точнее, не возвращаться, а идти к тому Горда. Миуровому. Так, слышу кудахтанье. Ты мне пригодишься. Цыпы-цыпы вы пока не нужны. Так, по-моему, он находится вот здесь. Да, там на карте он где-то был. И почему-то курсора не видно, когда я что-то показываю, курсора нет. Ладно, пойдем кормить Горда. Звучит гордо. Мне нужно побольше куриц. По-моему, здесь было очень много куриц. Но я их не вижу. Это, наверное, миуровые слаймы стараются. Эй, друг! Ты чего? Он просто взял и сбросился. Бедняга. Вон они, курехи. Я их вижу. Тихо. Кто там летает? Цыпа-цыпа-цыпа. Вот еще одна. Цып-цыпчик. Расти. Ты еще маленький, чтобы пойти в пасть миуровому слайму. Так, а здесь ничего интересного. Может быть, там еще цыпы есть? Нет. Все, можно идти гордо. Эй, 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 да ты такой агрессивный. Обалдеть. Он просто взял и спрыгнул. Держи, друг, кушай. Надеюсь, ты скоро лопнешь. А как к тебе попасть-то? К тебе попасть вообще можно или нет? Осторожно. Да. Если что, сюда можно будет перепрыгнуть. Так, может быть, что-то интересное здесь можно найти? До туда долететь, допустим. Так, пойдем еще искать цып-цыпчиков и курочек. Вар. Вар. Верломные агрессивные разрушители радуги. Вар. Прикольная аббревиатура. Собираем плорты, чтобы вернуться не с пустыми руками. О, светает. Скоро рассвет, это не может не радовать. Интересно, из них выпадают плорты? По-моему, нет. По-моему, они просто прыгают и грызут всех, кого только и увидят. Так, собираем больше плортов, пока можем. Блин, они меня-то не загрызут. Тихо, тихо, уйди. Уйди, 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 уйди. Быстрее, 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 быстрее. Нужно собрать побольше плортов. Давай же, и валить отсюда. Блин, а тут курочки. Их тут достаточно много. Я думаю, все-таки собрать и вернуться. Пока есть возможность, буду откармливать этого Горда. Потому что он слишком далеко, мне слишком лень сюда потом возвращаться. Тихо, тихо, ребята. Только не нападайте, ладно? Я хороший. Целая ферма лордов. Пожалуй, соберу. Лишним не будет. Зачем ты выплюнул его? Ох, сколько я сейчас срублю бабла-то. Так, а у нас же здесь еще один миуровый. Миуровый гордо. Цыпа, цыпа, цыпа. Нет, ты пока мне не нужна. Ладно, я думаю, потом к ним вернусь.
Я ведь еще не был в этой территории. Надо найти карту и открыть его. Так, вар, вар, вар. Пускай здесь почистить все, а то тут уже слишком много собралось ларга, слаймов и прочих ребят, которые здесь мешаются. Интересно, что тут у нас? Сюда же тоже можно залететь. Там какой-то сундучок, ладно, вернусь туда на обратной дороге. Стоит пообследовать здесь все. Я же могу летать, в принципе, могу уже залететь куда-нибудь и посмотреть. О, курочки. Надо покормить моих слаймов. Давайте сдадим торты. Нифига себе, у меня денег уже. Я могу что-нибудь купить, например, дорогу? Да, я хочу купить дорогу сюда. Могу ли я это сделать? Конечно, могу. Заросли купить. Надо посмотреть, что там можно посадить в этих зарослях. Так, что тут у нас интересного? Телепорт? Или что это? Непонятно. Ладно, пойдем дальше. Ого, тут целая ферма? Ничего себе, сколько тут курочек. Пожалуй, вы мне пригодитесь. Эй, куда она улетела? Вы видели, как она улетела моментально? Так, а это что у нас? Что-то другое? Это у нас доки. 5000. Офигеть. Я все-таки еще не могу туда попасть. Или это другая локация? Мне кажется, это другая локация. Там где-то здесь кудахчет курочка. Или мне кажется... Нет, она же где-то здесь. Да, вот они. Так, раз, два, три. А где ваши цып-цыпчики? Как вы здесь появились? Откуда? Офигеть, целых 10 штук. Больше нету? Кто-то же кудахчет, я же слышу. Нет, наверное, никого. Да, точно, я могу теперь... Нет, вот она. Я все-таки нашел ее. Я все-таки могу пробежать к тому городу, которого я кормлю. Отлично. Я нашел короткую дорогу. И ни одной курешки вокруг. Нет, я же слышу кудахтанье. Вы же тоже слышите. Где она? Блин. Эти миуровые слаймы самоубийцы. Эй, Гордо, я принес тебе еды. Ты должен лопнуть. Уже скоро совсем. Блин, я перекинул одну курицу. Жаль, как жаль. Ладно, пойду покормлю своих слаймов, которые у меня на базе. А там будет видно, чем заняться. О, курешка, еще одна. Так, а где тут петух? Ты мне нужен, я тебя скоро скормлю. Так, вы же идите, сердцевекло, насколько я помню. Держите, ребята. Кушайте на здоровье. Как-то вас маловато. Вас больше было, насколько я помню. Звездная почта получена. Огден Ортис, зайдите в фермерский дом. Пойдемте посмотрим, что там. Так, Огден Ортис. Это такой же фермер, как и я. И она будет просить меня о заказах. Да, вот он, дистанционный обмен. А, это он, это парень. Я работаю над новой рецептурой. Поможешь мне? Да, конечно. Так, сердцевекла, морковка и фрукты. Ничего сложного, даже сердцевекла у меня, по-моему, осталось. Хотя нет, они уже все сожрали. Ну, хотя бы лордов наберу. Ого, целых 21. Отлично, можно что-нибудь будет купить. Сдаем. Так, свеклу я соберу отсюда. Пойду собирать морковку и погофрукты. Около 10 штук, я запомнил. Так, морковка где-то здесь есть. Отлично. Морковка у меня уже есть. Фрукты у меня тоже уже есть. Блин, если они не сожрут это раньше. Да уйди ты, мне нужны фрукты, они. Блин. Фрукт, стой. Так, где же еще? Раз, два. Морковки, я думаю, хватит. Надо найти фрукты. А где они были? Я уже плохо помню. Вот еще дерево фруктовое. Отлично. У меня теперь куча богофруктов. Осталось найти свеклу. Мне кажется, она где-то здесь была. Я ее где-то здесь видел. Прости, Каркарыч, но мне кажется, я нашел эти свеклы. Отлично. Так, а что этот парень дает мне взамен? Курицы. А зачем мне курицы? Только скормить ларгу? Ну ладно, пойдет. Точнее, не ларга, а Гордо. А запомнить. Никак не могу запомнить. Так, курочки. Быстрее. 6 штук. Везучие достижения разблокировано. Что это значит? Так, ребята, держите фрукты, держите свеклу, держите морковь, а я пойду собирать фосфорные плорты. Так, надо быстро сдать их и вернуться к Гордо. Где же он? По-моему, в той стороне. Да, точно, в той стороне.
А тут курица чуть не появилась случаем? О, отлично. Не зря я сюда сбегал. У меня тут целая ферма куриц. Мне даже загон не нужен. Иди сюда. Где еще? Я слышу вас. Я тебя слышу. Я тебя съем. Где ты? Ну-ка, иди сюда. Куго-фрукты мне не нужны больше. Иди сюда. Все? Больше никого? По-моему, где-то кудахчет. По-моему, даже где-то здесь, в кустах. Блин, нифига не видно из этих зарослей. Приходится ориентироваться только на слух. Надеюсь, сейчас ты лопнешь гордо. От гордости. Посмотри, сколько курицы я принес тебе. Блин, да хватит падать, ну, лети сюда. Есть. Почему они падают? Я же прям в рот ему целюсь. Ну, серьезно? Нет, он почти лопнул. Почти. Мне кажется, здесь я могу добрать куриц, которые мне не хватает. Блин, Миура, вы не мешаете. Где? Вот они. Иди сюда. Быстрее. Где еще? Еще кудахчет. Я слышу кудахчет. Быстрее, ребятки. Я вас спасу. Я вас кормлю гордо. Блин, да хватит об меня лопаться. Где они? Я не вижу их. Блин, это слаймы, это не то. Курочки, где же вы? Я же слышу, вы где-то рядом. Вот она. Есть. Еще, я слышу еще. Давай, взлетай. Вот она. О, еще и сундук. Может, в сундуке что-то есть интересное? Абсолютно ничего. Так, а там наверху мне показалось, что-то увидел. Нет, я не могу взлететь. Хотя нет, куда-то я могу забраться. Что мне это даст? Звездная почта получена. Абсолютно ничего интересного здесь нету. Надо будет зайти и почитать от Кейси письмо. Ого, там даже птички какие-то летают. А их можно ловить? Упс, чуть не упал. Эй, держи, лопни уже наконец. Блин, я опять промахнулся курицей. О, сколько тут котов. Что это? Тихо. Опа. Что это было? Где? Ого, это какой-то остров. Офигеть. А что это за остров? Блин, ребята, я первый раз сюда залетел. Может быть, что-то интересное здесь есть? Так, вас, мне кажется, надо собрать. Скалистых. У меня потому что не хватает скалистых. Мне кажется, они перепрыгивают. Надо будет загон построить. О, вы кто еще такие? Смотри, он плавает. Лужа слайм. Нифига себе, тебе можно сюда выкинуть? Бурр. Он не хочет плавать здесь. Ну-ка, сюда. Блин, нифига он улетает. Эй, плыви, мой друг. Ты свободен. Так, мне нужны... Я не знаю, что мне здесь ничего не нужно. Я вообще хотел вернуться, но меня куда-то перекинуло. Давайте быстро осмотримся. Давай тебя еще соберем. И тебя. Так, миуровы. Но здесь, в принципе, самые стандартные слаймы. Ничего интересного. Да и блорты здесь обычные. И что интересного на этом острове? Да ничего, ребята. Пока ничего не вижу. Если вы знаете, что интересного здесь можно найти, напишите, пожалуйста, в комментарии. Опа, вар. Блин, от варов надо избавляться. Потому что они съедят здесь все. Полезное и бесполезное, что я найду. Полетел отсюда. Вот и все. Вот и нету варов. Так, куда-то наверх можно забраться. Может быть, что-то интересное наверху? О, да тут же целый розовый гордо. Он ест все. Блин, надо запомнить, их тут слишком много. Я хочу все-таки изучить локацию сначала ту, которую мне интересно стало. Так, мне кажется, сюда можно запрыгнуть. Да, только ничего интересного здесь нету. Блин, столько всяких путей обхода, захода, но ничего интересного и секретного. Так, а это что у нас? Какая-то площадка. Может быть, тут тоже гордо будет в будущем? Но пока ничего интересного. Ладно, ребята, пойду возвращаться. Только не помню, в какую сторону идти. Вон он. Я думаю, после этого пойду изучать окрестности той местности, которую я даже еще не лазил. Оп. А вот и сундуки. Так, а мне же туда можно, да? Блин, аккуратно. На телепорте, хотел сказать. На джетпаке. Давай. Разбиваем. О, курочки. В принципе, пригодятся. Так, и еще один сундук. Иди сюда. Оп, поймал. Блин, тихо. У меня же джетпак еще не откатился. Давай. Молодец.
И здесь ничего особенного. Ладно, пойду возвращаться на базу. Так, по дороге соберу пару курочек. Мне они пригодятся для следующего города. Так. Кстати, я уже забыл, где я его видел. По-моему, где-то наверху, рядом с выходом в следующее ущелье. Так, мне кажется, следует что-то сделать с этим загоном, потому что я сейчас посажу сюда скалистых слаймов, и мне кажется, они перепрыгивают. Вот, видите, они перепрыгивают. Надо либо загон сделать повыше, да, вот высокие стены, и поставить, наверное, сеть? Да, поставлю сеть, чтобы они не выпрыгивали. А заодно поставлю плотосборник, пускай собирает сам. Думаю, этого пока хватит. Ого, насколько он большой. Так, а почему плорты не собираются? Ребята? Такое, это что такое? Нажмите, чтобы активировать. А, вот он, плотосборник. Я понял. Отлично. Так, а как отсюда? Нет? Или да? Да, он собирает. Отлично, я понял, я разобрался. И у меня осталось всего 258 монет. Так, ну что ж, сейчас наберу немножко побольше. Лужа плор дают 56, офигеть, мне надо срочно их посадить куда-то. А загона для них нету, блин, надо что-то придумать. А еще, кстати, я заметил вот здесь вот такой вот золотой плор. Это какие-то золотые слаймы, что ли? Надеюсь, скоро он мне встретится. Так, а телепорт еще не работает, да? Так, а как мне фосфорных удержать? Мне ведь фосфорных еще можно посадить. Интересно, они будут держаться вот за этой сеткой? Да, я думаю, попробую собрать их сейчас и посадить в следующий загон. А пока пойду соберу по... О, вот они как раз. Отлично. Блин. Пойду по дороге соберу курочек и скормлю их тому городу, который сидит там, возле выхода в ущелье. О, кто это? Эй, смотрите, он золотой. Золотой слайм, еда отсутствует. Блин, куда он делся? Офигеть, вы видели? Реально золотой слайм был. А куда он делся-то, блин? И что с ним делать-то? Блин, вар. Вары, не люблю варов. Они едят все, к чему я только хочу прикоснуться. Фосфорные мне пригодятся. Блин, а что было-то? Что это за золотой слайм? Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я пока даже не знаю, кто это. И с чем его едят, и что он дает. Наверное, это тот самый золотой слайм, который дает золотые плорты. Офигеть, я хочу себе его. Блин, они съели всю куреху, которую я хотел собрать. Эй, фосфорные, вы мне нужны. Ой, это огромный фосфорный, он мне не нужен. Так, курочка. Курочка. Так, а где я видел того большого города? По-моему, в той стороне. Да, он здесь, вот он. Держи, друг, ты должен лопнуть. Так. Тебе мало. Блин, ну ты обжора. Так, розовые слаймы, откуда вы здесь? Вы мне не нужны. Давайте соберем по дороге плортов. Так, вары. Надо их утопить побыстрее. Надо собрать побольше плортов и сдать их. Типа, уйди, ты мне не нужен. Так, плортов собираем, сдаем, покупаем новый загон, ставим туда фосфорных. Пытаемся их удержать и идем дальше откармливать города. Теперь мне этот золотой слайм не дает покоя, уйди. Мне кажется, я профукал момент. Ладно, я думаю, в следующий раз я не профукаю момент. Надо будет подготовиться и почитать про него на Википедии или в комментариях, если вы знаете, кто это. Давайте сдадим плортов. Эй-эй-эй. Ну-ка, на базу. Розовые. Блин, розовые совсем нифига не стоят. Всего лишь 6. Это же совсем копейки. Надо прочитать почту. Блин, видели? Золотой стоит 415. Блин, это какие-то истории от Кейси. Непонятная Кейси. Я даже не знаю, кто это. Так, плорты. Вы кушаете, ребят? Или вы уже наелись? Ладно, пойду попробую собрать все, что есть. Нет, тут ничего нет. Потому что мне кажется, что не хватит для загона. Закон 250 и воздушная сеть 425. Отлично, этого хватит, чтобы удержать их. Точно? Вам же хватит? А что они едят? Фрукты. Точно, это овощи. Отлично, надо их накормить фруктами. А фруктов у меня целое дерево. Надеюсь, они любят клубнику. Так, ребята, вы хотите познакомиться? Видели, они держатся у загона, прям рядом. Сейчас не едятся. А фосфорные дают, по-моему, достаточно много. Ну-ка, надо посмотреть.
Да, фосфорные дают, ну, чуть-чуть побольше, но больше. Все-таки приятный бонус. Так, собираем, 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 собираем. Фосфорные на базу, клубничка на базу. А мы пойдем продавать. А для фосфорных ничего не нужно, они ведь фосфорные. Может быть, они живут только в темноте. Расширитель отсека МК-2. Так, это мне пригодится. Смогу собирать еще больше плортов. Солнечный щит. Да, наверное, эта штука как раз и нужна. 425 стоит. Надо срочно собрать плортов. Блин, время 4 утра уже, надо быстрее. Пока фосфорные не исчезли. Мне кажется, они с рассветом будут прятаться и исчезать. Так, розовые слаймы мне не нужны, мне нужны плорты. Нужно много плортов, уйди. Плорты, плорты, плорты. Мне нужно срочно собрать максимум плортов, сдать их быстрее. И купить солнечную защиту. Ладно, думаю, для усовершенствования я собрал достаточно много плортов. Буду быстрее их сдам, чтобы фосфорные не растворились. И придумаю, чем еще заняться. Отлично, этого как раз хватит, чтобы поставить солнечную сетку, или как она называется. Я даже не помню. Так, а это что за потерявшийся фрукт? Держите, ребята. Так, солнечный щит. 425. Отлично, у меня есть солнечный щит. Теперь фосфорным слаймом все нипочем. Осталось поставить плотосборник и высокие стены, чтобы они могли прыгать. Так, это что у нас? Это у нас фрукты? Фрукты ведь вы не едите, точно. Я их отдам туда. Объединение. Что это значит? Надо почитать достижения. Везучий, заработать 5000 и более нью-баксов. Всю ночь без сна я уже зарабатывал. Взрыв желе-животика было, 7 приказов откройся было, объединение, накорми 50 слаймов на ферме их любимой едой. Пип, дай миуровому слайму ударить головой тебе прямо в нос. Ха-ха, прикольно. Так, ого, сколько вы тут надавали мне плортов. Так, надо аккуратно, чтобы не засосать лишних слаймов. Тихо-тихо, куда? Я не хочу улетать. Блин, все-таки засосал. И пару клубничек тоже. Мне потому что хочется плотосборник поставить, чтобы собирать с них сразу плорты и не бегать среди них. Так, а где свекла? Почему она не растет? Ладно. Думаю пробежаться по своей куриной ферме, собрать кур и пробежаться к тому городу, который еще остался. А, там же еще розовый появился города. Надо еще и фруктов насобирать. Так, бога фрукты. Пригодятся. Потому что на том острове есть города. Морковка тоже пригодится. Так, мне кажется, я собрал достаточно всякой фигни, чтобы вернуться к тому городу большому через телепорт. Только кто-то здесь кудахтает? Эй, где ты? Цыпа? Нет, цыпа мне не нужен. Мне нужны большие курочки. Так, телепортируемся. И он был где-то наверху, по-моему. Да, он наверху. Мне осталось забраться наверх и откормить его. Так, богофрукт. Может быть, еще клубника будет вокруг. О, курочки! Это мне нужно, это мне нужно. Так, вары, вы меня бесите. Я хочу от вас избавиться. И от тебя тоже. Да улети же уже отсюда. Еще плюются по дороге, сволочи. Так, быстрей. Блин, еще. Откуда же вас столько? Ладно, фиг с вами, пускай. О, клубничка. Блин, и она еще не расцвела. Так, а где тут был большой город? Так, курочка, курочка мне пригодится. Еще одна курочка. Я уже скоро соберу целую ферму курочек. Так, я же хотел еще расширитель поставить. Забыл совсем. Ну ладно, этим я займусь в следующий раз. Так, ну давай, ты должен лопнуть. Наесться бога фруктов и лопнуть. Ну? Ну, есть. Ему хватило 30. Отлично. Ключик. Тихо, сундучок не падай. Блин, вар. Уйди отсюда. Блин, еще один вар, уйди отсюда. Откуда вы здесь беретесь? А как они сюда запрыгнули? Мне нельзя, чтобы они съели тут то, что выпадет из сундуков. Вдруг там что-то важное? Хотя ничего важного ни разу не выпадало. Всякая фигня. Как и в этот раз. Ну и ладно. О, денежки. Денежки мне нужны. Так, все. Здесь от города я избавился. Остался города один. Всего лишь один. Отлично. А ему нужны курочки. Последний города, и можно заниматься своими делами. Так, богофрукты мне не нужны. Пожалуй, я больше плортов соберу, чем богофрукты. Нифига себе, большущий. О, не, я не хочу с вами связываться. Пожалуй, я просто побегу домой. Держите, ребятки. Лопайте. А я соберу парочку плортов. Мне курочки нужны.
Нет, плор ты выкинул? Пойду собирать курочек. Они были где-то там, каменные, каменистые, по-моему. Так, а где выход? Я заблудился, ребята. Я не знаю, куда идти. Ого, я нашел пещеру. Энергетический блок, второй. Блин, сколько усовершенствований. Мне кажется, это все нужно поставить, прежде чем ставить загон. Хотя нет, я сначала поставлю загон до конца. Еще одно письмо. Поставлю загон и буду экспериментировать с улучшениями. Там где-то здесь были курочки, насколько я помню. Каменистые как раз-таки. Так, петушок мне не нужен. Вот, курочка. Одна есть. Надо быстрее, быстрее, пока они ее не съели. Что там? О, а ты кто? Видели? Видели? Еще один. Блин! Ну что с вами делать? Я не знаю. На! Серьезно? Он ест курочек. Он ест курочек. Блин, это мюровый какой-то непонятный слайм. Кто ты? Блин, видели? Еще один непонятный слайм. Кто это, ребята? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я не знаю. Я только что скормил ему двух курочек. И не знаю зачем, блин. Кто это, ребята? Напишите, я не знаю. А я пойду собирать курешек, пока их не съели. Так, еще одна. Мюровый, вы мне не нужны. Вы мне не нравитесь. Да, курочка. Блин, они сейчас съедят ее. Есть, успел. Так, где-то еще одна была. Куда хтала? Так, нет, это цыпа. Не, по-моему, все. Ладно, Миурову. Блин, курочка! Курочка, курочка, курочка! Я же выбрал. Я же выбрал слайма. На, держу слайма, скушай лучше. Так, ты лопнешь сегодня или нет? Ну? Ну? Где там еще одна была? Вот она. Держи. И 4 каменистых. Есть! Ровно! Отлично! Блин, сколько же здесь мюровых слаймов ненужных. О, еще один телепорт. Подожди, я там ключик надел. Эй-эй-эй, блин. Ну подожди. А, как вы мне не нравитесь-то, а? Как вы меня бесите, когда собираетесь толпой. Да хватит меня телепортировать. Мюровые, выйдите отсюда, вы мне мешаете. Так, фосфорные тоже. Курочки мне больше не нужны. Так, а где ключик? Ключик был же. Еще один сундук выпал. Так, это у нас плорт какой-то маленький. Ого, сколько плортов. Видели? Ты чё? Ты чё с такими глазищами? Да уйди ты отсюда. Я сейчас буду сундук открывать. Так, открываем сундук. Курочка. И, ну, не надо мне ничего больше из этого. Ну что, ребята, я себя поздравляю. Я нашел всех гордо в этой локации. И всех откормил. Теперь осталось вернуться, сдать плорты и заниматься новой местностью. Вот я и дома. Ой, бесится. Наверное, они кушать хотят. Надо быстрее покормить их. Давай, быстрее собирайся. Свекла, свекла, свекла. Я хочу поставить ограждение для фосфорных слаймов, чтобы им больше места было. И плортосборник. Высокие стены купить. Плортосборник стоит 500. Так, ребятки, подождите. Вот вам свекла. Смотрите, не лопните там. Так, и надо сдать плорты. Блин, все равно не хватает на плортосборник. Да, можно же собрать то, что они наели. Так... Еще. Отлично. Наверное, мне хватит на плортосборник. И на этом, думаю, закончу сегодня. Быстрее, 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 быстрее. Как раз день подходит к концу. Думаю, почитать еще письмо. О, да мне хватит еще на улучшение. Какие большие стены сразу появились. Так, плортосборник. Собираем. И пойдем почитаем письмо. Так, ребятам, еды хватает пока. И почему у нас сегодня фосфорные плорты? По 21, неплохо. Так, и пойдем прочитаем письмо. Нет, наверное, сначала что-нибудь улучшу. Я хочу больше носить. Хочу поставить расширитель, но мне не хватает на расширитель. Так что ладно, в следующей серии этим займусь. А письмо у нас сегодня от Моки Майлз. И она, скорее всего, рассказывает про то, что... Да, про обмен. Ну, а этим мы займемся как раз в следующей серии. Не забудь подписаться, чтобы узнать, что будет дальше, и поддержи меня лайком, чтобы я узнал, кто такой золотой слайм. Всем пока и до скорого!